Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Виталий. И сейчас у меня очередной урок по заработку на сайте Yoogle. И в этом уроке, в этом видео, сейчас я хочу вам рассказать, как установить приложение Yoogle. Потому что сейчас на Yoogle изменились правила, и теперь установка приложения является обязательным. И на самом деле это правило было из самого начала, то есть потому что изначально это и было создано как приложение для телефона, просто для раскрутки также сделали сайт, чтобы люди могли также регистрироваться с компьютера и работать с компьютера. Но сейчас уже полностью ввели правило, что установка приложения обязательно. То есть, и смотрите, вот сейчас я прям расскажу, как установить это приложение на телефон. А для тех, у кого нет телефона, я расскажу, как установить это приложение для компьютера. Потому что без этого, то есть, если вы работаете на компьютере, вы можете также и работать с сайта, но приложение должно быть установлено. Вы должны авторизироваться в этом приложении, то есть показать, что вы загрузили приложение. Потому что без этого сейчас нельзя будет ни подтвердить ни телефон, ни пройти верификацию, ну и так далее. Поэтому сейчас я вам это и расскажу. Смотрите, ну и я, кстати, здесь вот и написал как раз, что сейчас обязательно установить приложение, смотрите, видео внизу. То есть сейчас вот я записываю это видео, и в самом низу у вас будут ссылочки, как правильно установить. То есть под видео, ну здесь будет видео вставлено, которое я сейчас записываю. А вы уже смотрите его, это видео. И под видео у вас вот эти вот две ссылочки. Смотрите, что вам нужно. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, приложение можно установить с Play Market, да. Просто набираете Yoogle и устанавливаете. Но в Play Market это приложение, оно на немецком языке. И нет русского языка. То есть, поэтому я сейчас конкретно покажу, как все это установить на русском языке. Поэтому будьте внимательны. И смотрите, для того, чтобы установить на компьютере, сначала нам нужно скачать эмулятор телефона для компьютера. Вот здесь, видите, у меня есть ссылочка, сайт эмулятор для компьютера. Жми сюда. Вот, обратите на это внимание. Поэтому смотрите, если вы работаете конкретно с телефона, то вам этот, конечно, эмулятор не надо, потому что у вас уже телефон есть. Поэтому пока подождите, я сейчас покажу, как установить эмулятор на компьютер, а потом расскажу дальше, как устанавливать приложение. Теперь смотрите, нажимаете на эту кнопочку, вы попадаете вот на вот этот сайт, сайт эмулятора. И здесь вот видите кнопочка «Скачать». Скачать вот этот эмулятор мобильного телефона на компьютер. То есть это как симулятор, да, или как можно назвать. Ну, вообще эмулятор называется. То есть нажимаете скачать, скачивается файл, запускаете его и устанавливаете этот эмулятор. После того, как вы установите, у вас появится на рабочем столе вот такие две иконки. Вот это и вот такая вот, Nox. Видите? То есть вы запускаете вот эту вторую, я не знаю для чего она, я ее не запускал, но вам надо запустить вот это, Nox. То есть вы запускаете, и у вас открывается вот такая штучка. То есть, и первое, что вам нужно сделать, нажать вот это вот, пропустить руководство. То есть оно вам не нужно. Ну это типа как обучалка, как здесь работать. В принципе, вы можете потом просмотреть, но нажимаете пропустить руководство. Теперь нажимаете ОК. Сейчас оно прогрузится. Вот. И вы видите, то есть получается как полностью как мобильный телефон. То есть эмулятор. То есть видите, здесь вот сеть, батарея, заряд батарейки. То есть вот рабочий стол телефона. И так далее. То есть если вам надо руководство, вы можете вот здесь двойным щелчком мыши левой запустить вот это руководство. Теперь конкретно мы перейдем установки приложения. Что вам надо? Вам надо зайти в браузер. То есть двойным щелчком левой кнопкой мыши запускаете браузер. Вот так. Вот так вот запускается браузер сейчас. Сейчас он загрузится. Сейчас немножко подождем. Он прогрузится. Вот.
То есть, а вы, если вы в телефоне, да, то вы уже в браузере, то вы сейчас смотрите на сайте, да? Так, это я сейчас закрываю. То есть теперь что вам надо? Смотрите, если вы на телефоне, вы просто переходите по вот этой ссылочке. Приложение для телефона, жми сюда. Вот. Если вы на компьютере, вы тоже переходите по этой ссылочке, и у вас откроется вот этот сайт, где можно скачать приложение для Югла. То есть это сайт Югл. Вот он сейчас загружается. Вот я показываю. Теперь смотрите, но нам надо этот сайт открыть на телефоне. То есть, ну, те, кто на телефоне, вы уже открыли, да, перешли по ссылочке. А что нам делать, если вы на компьютере? То есть мы сейчас вот в Ноксе находимся, да, вот здесь. То есть вы немножко вот так вот здесь зажимаете левой кнопкой мыши, немножко его опускаете, вот чтобы вам было видно вот этот адрес сайта, который мы открыли, югловский, вот этот MAPKPOR, ну, видите. И теперь сюда вот в строку браузера, вот это стираете. Смотрите, не полностью стирать до вот этих двойных слэшев. Сейчас я сотру. Вот так, до двойного слэша. То есть это понятно, да? И теперь нам нужно набрать вот этот адрес. Потому что здесь его перенести нельзя, поэтому придется набирать вручную. То есть переходите на английскую клавиатуру и набираете вот так. M, то есть все маленькими буквами. M, точка. Просто будьте внимательны. APK, Pure, Pure, точка, ком. Теперь слэш надо поставить. Ставите слэш. Теперь Югл. Югл. Тире. АПП. АПП. Вот так, видите? Теперь опять слэш. Ком. Точка. Югл 2. Югл 2. То есть и проверьте, правильно вы набрали. Вот я набрал этот адрес. То есть вот проверьте в браузерной строке. То есть если вы все правильно набрали, то есть нажимаем Enter. И вы сейчас как раз у вас здесь вот в этом эмуляторе откроется этот сайт для установки приложения Югл. Давайте мы сейчас подождем. Да, оно загрузится. Так, вот оно загрузилось. И смотрите, что мы делаем. Мы листаем вниз. Так, сейчас где-то тут я. Я там ничего не ошибся. Апуры. Ага, видите, я ошибся. Я что-то не дописал. Вот точка ком. А вот дальше, сейчас я допишу, видите, креадо, креадо, точка, поэтому вы так тоже проверяйте, видите, вот. И теперь нажимаю Enter, теперь должно все заработать. Сейчас ждем, загружается. Вот, то есть вам надо правильно вот этот адрес набрать. Поняли это, да? То есть такой, как здесь в браузерной строке. Те, кто вы с телефона, у вас нет проблем. Вы перешли по ссылочке и все. Все, вот оно загружается, этот сайт. Сейчас он прогрузится до конца. И листаем вниз. Листаем вниз. Вот так, вниз опускаем, опускаем еще ниже. Сейчас оно здесь вот. Давай, видите, тут плохо подтормаживает немножко сайт в этом эмуляторе. Но нам надо вниз перейти. Так, еще вниз. Давай, опускайся, опускайся. Еще ниже. Видите, подтормаживает.
То есть, и вот мы уже почти подходим. Вот оно. Вот, вам нужно найти вот такие файлики. Видите? Здесь сейчас чуть-чуть еще. И вот здесь, видите, написано Yugl. Сейчас Вот, Yugl App 1.1.45 надо. Я так на сайте и написал. Вот, видите? Выбрать 1.1.45. Это на русском и не обновлять. То есть, мы сейчас посмотрим это. Вот он, этот файл, Yugl App 1.1.45 APK Download. Нажимаете на него левой кнопкой мыши. Вот, открывается полностью информация. И вот вам нужно нажать кнопочку Download APK. Нажимаете Download. Также вы все и на телефоне делаете. Вот нажимаете Download APK, и у вас на телефоне сейчас пойдет загрузка. Ну и у нас сейчас в эмуляторе будет загрузка. И вот видите, стрелочка, вот как на телефоне, пошла загрузка. То есть все, приложение начинает загружаться. То есть APK файл вот этот начинает загружаться. Так же самое у вас на телефоне. То есть нам нужно теперь дождаться, когда оно загрузится. Все, я так понял, стрелочка остановилась. Скорее всего, оно уже загрузилось. Теперь смотрите, что мы делаем в эмуляторе. А вы что делаете на телефоне? То есть мы возвращаемся на рабочий стол. Вот так. Вот здесь конвертик, поняли, я нажал. Вот он. Давайте мы чуть выше подымем. Вот этот конвертик, это возвратится на рабочий стол. Теперь смотрите, у вас в теле, если вы с телефона, да, то вам надо найти папку загрузки. У нас здесь она, вот видите, здесь Tools. Нажимаете вот так. И вот эта папочка загрузки. Двойным щелчком левой кнопкой мыши открываете загрузки. Открываете эту папку. Вот она сейчас загружается. И вот как вы видите, вот этот файл. У вас такой же и на телефоне будет в разделе загрузки. Вот он, Yugl App 1.1.45.apk.com.apk. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно его запустить, этот файл. Двойным щелчком мыши запускаем. Все, и сейчас начнется установка приложения. Вот, видите, хотите ли установить это приложение, оно получит следующее разрешение. То есть, да, мы, конечно же, хотим его установить. Нажимаем. А, прокручиваете вниз вот так, да, вот до конца. Пока не появится кнопочка «Установить». Нажимаем «Установить». И сейчас все, видите, начинается установка. На телефоне у вас может быть выскочить такое окошко, что запрещено устанавливать приложение со сторонних ресурсов. Тогда вам нужно, там будет кнопочка «Перейти в настройки», вы переходите в настройки, и там нужно будет поставить галочку, чтобы разрешить установку приложений со сторонних ресурсов. Все, а мы же в эмуляторе, вот все, приложение установлено, то есть готово. Я нажимаю «Готово». Все, теперь смотрите, возвращаюсь опять на рабочий стол, вот нажимаю этот конвертик. И сейчас мы увидим, что на рабочем столе должно появиться это приложение. Все, видите, приложение появилось, вот оно, Yugl. Так же самое у вас и на телефоне, появится на рабочем столе иконка с Yugl. Теперь что мы делаем? Запускаем это приложение. То есть нам нужно теперь авторизоваться в этом приложении. Видите, оно, приложение, ну, как видите, как на мобильном телефоне, потому что оно работает только вот в таком стоячем, можно так сказать, для телефона виде. Все, сейчас загружается приложение. Сейчас подождем. Вот, и оно загрузилось. Теперь нам нужно авторизоваться. То есть вы вводите сюда свой email и пароль, который вы указывали при регистрации. Вот видите, электронная почта и пароль. То есть сейчас я поставлю на паузу, я введу свою почту, свой пароль, и потом мы продолжим, потом я нажму кнопочку «Войти в систему». Все, я ввел свои данные, нажимаем «Войти в систему». Так. Что он выдал? Верно, имя пользователя, пароль. Наверное, я пароль неправильно ввел. Сейчас я пароль еще введу. Так, еще раз набрал пароль, нажимаю «Войти в систему».
Так, ждем загрузочку. Все, видите, пошло уже. Значит, все правильно. Я набрал пароль, логин, то есть почта. Ждем, загружается приложение. Сейчас оно первый раз бывает долго загружается. Вот, все, видите, загрузилось приложение, и у вас выскочит вот такая штучка. Добро пожаловать, усовершенствуйте свой профиль там и так далее. Можете почитать, нажимаем, можно начинать. Видите, как вы видите на русском языке. Да? Сейчас оно тоже прогружается. Сейчас я покажу, и что, как вам дальше работать с приложением. То есть, ну, это если вы на мобильном телефоне. Если вы на компьютере, то вам самое главное авторизоваться, там сделать пару действий, ну, показать, что вы работаете с приложением. И потом можете продолжать работать с сайта. Сейчас оно загрузится. Все, приложение. Теперь смотрите, сейчас начнется самое интересное. То есть тут тоже что написано, вы просто нажимаете кнопочку «Напомнить позже». Вот так вот. Вот, видите, уже знакомый звук югловский пошел, начисление денежек. Ну и все, сейчас вот оно загрузится. И можно работать в этом приложении. Как вы видите, здесь меню так же самое, да, вот меню показывает, вот почта ваша, то есть чат, это лента активности, это здесь кнопочка баланс, можно посмотреть. То есть давайте мы посмотрим, вот здесь у нас показывает троечка, что скорее всего какие-то рекламные объявления появились. Нажимаем на эти три полоски. Можно будет просмотреть отсюда объявления. Ну, видите, сейчас запись с экрана идет, оно немножко подтормаживает. Вот, мы открыли, видите, открылась менюшка. И вот здесь купить-продать, да, как мы делали. Вот открылось это, да, то есть купить, читать рекламное объявление. То есть есть какое-то одно объявление, нажимаем его. То есть, ну я думаю, понятно, да, то же самое меню, то есть самое главное, что вы понимаете, что вот здесь почта, здесь лента активности, здесь ваш баланс. Здесь вот полностью меню, чтобы открыть. И так же самое, как и на сайте работаете. То есть здесь, как вы видите, все на русском языке. То есть читаете, смотрите, то есть все нормально с этим. Поэтому ладно, я думаю, вы поняли, как установить приложение. То есть неважно, на компьютере вы устанавливаете или на телефоне. Просто у меня сейчас идет запись с экрана, оно потормаживает. Поэтому, чтобы вас не задерживать, то есть, ну вы видели, приложение установилось. То есть теперь я могу нажать конвертик, просто зайти. Вернуться на мой рабочий стол эмулятора, да. Ну и потом в любое время, когда вам надо запускать это приложение. Все. Вот сейчас я возвращаюсь назад. Сейчас эмулятор. Ну, не будем ждать, то есть вы поняли, да. То есть теперь вы можете эмулятор полностью закрыть. То есть и работать, заходить, работать с сайта. То есть все, я его закрываю, эмулятор. То есть, ну, я думаю, вы поняли принцип работы с эмулятором и принцип установки приложения хоть на телефон, хоть на компьютер. То есть ничего нет сложного. Если что, пересмотрите это видео еще раз и, пожалуйста, устанавливайте. И все, и дальше вы можете работать. Вы можете как работать с эмулятора, то есть с телефона. Многие, я знаю, работают с телефона, очень удобно. Хочу вам еще напомнить, приложение и сайт Yugl платит, то есть я постоянно вывожу,
То есть вообще очень доволен этим сайтом, много возможностей. Поэтому желаю вам всем успехов, процветания, больших заработков. Изучайте все уроки и начинайте зарабатывать на этом сайте. Ну и все. Всем пока-пока.